Городской репортаж. 3 декабря – Международный день инвалидов. Ежегодно в этот день во всем мире проводятся различные мероприятия, призванные обратить внимание на проблему и потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Балашиха не исключение. В центре «Лучик» для особых детей и их родителей был организован настоящий праздник. Наши мамы, как никто, достойны большого уважения, глубокого уважения нашего, потому что это люди, которые отдают свою жизнь, свою заботу своим детям. Как мы, все родители, конечно, это делают, но когда ребенок болен, мама особенно должна заботиться и о нем, и о своем здоровье, потому что наши дети нужны нам. В праздничной программе приняли участие ученики школы номер 11, воспитанники детского дома и творческий коллектив «Непоседы». Ну а капитан полиции Марина Соколова напомнила ребятам правила дорожного движения. В веселой совместной игре они еще раз повторили основы безопасности. На какой цвет мы переходим дорогу? Зеленый! Совершенно верно! Умницы, ребята, всем пятерки! Если не соблюдать правила дорожного движения, может произойти беда. Можно попасть под машину. Договорились, ребятки? Будем соблюдать правила? Молодцы! От сотрудников ГИБДД каждый ребенок получил памятку и световозвращатель. Отдел ГИБДД Балашихинская тесно взаимодействует с детскими образовательными учреждениями, с учреждениями дополнительного образования, с дошкольными учреждениями и с иными общественными организациями. Цель визита на сегодняшнее мероприятие – в очередной раз напомнить деткам о важности и необходимости соблюдения правил дорожного движения. Правила дорожного движения повторили – можно отправляться в путешествие. Человек может внести свой вклад в общее дело поддержки инвалидов. И пусть этот вклад будет совсем небольшой, но людям с ограниченными возможностями в обществе будет жить легче. Порой добрая улыбка и дружеское участие могут сделать человека счастливым. Лина Гречишникова, Валерий Сахнов, Роман Суслов, Большая Балашиха Лайф. Городской репортаж.